Руслан явился в военкомат, не дожидаясь повестки. Не мог больше ждать, когда родина в опасности. В семье многие служили, тесть воевал в Афганистане. У стен Щелковского военкомата бойца провожали в российские вооруженные силы самые близкие. Вот моя жена, моя супруга. Вот, у нас двое детей. Одному 4,5, другому 1,5 годика. Мы идем воевать за то, что нацизм не попал на нашу землю. И за это мы боремся, и будем бороться. И победа будет всегда за нами. В Щелковский военкомат прибывают мобилизованные и добровольцы из Щелкова, Фрязино и Лосино-Петровского. В большинстве своем молодые люди, все с армейским опытом. У меня дед воевал Вторую мировую, встретил победу в Калининграде. Тогда еще он был Кёнигсберга. Отец у меня афган воевал, Чечню воевал. Так что будет хорошо. На пункт мобилизации прибыли бойцы и офицеры с крепким здоровьем, подходящей военно-учетной специальностью и четкой мотивацией. Интересы страны, за семью. Я его жду, самое главное, живым здоровым и как можно побыстрее. Как много родственников пришли проводить своих родных и близких, которые участвуют в мобилизации. Сейчас они находятся в военкомате и проходят последние стадии оформления. Им ставят отметки в военном билете, они проходят медицинскую комиссию и совсем скоро сядут в автобус. Давай, ждите с победой. Конечно, никак обязательно. Обязательно. Резервистов доставят в областные мобилизационные пункты, а оттуда – в воинские части для прохождения спецподготовки и боевого слаживания. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.